мой подход к увеличению молочных желез. Но если в целом говорить про мамопластику, то на груди существует три операции. Это увеличение груди, подтяжка груди и уменьшение груди. Все. Это три достаточно простые операции. Сегодня мы разберем просто увеличение молочных желез. Как я уже сказал, это технически для хирурга очень простая операция. Делается карман, ставится имплантат. Даже если вы неправильно как-то подобрали имплантат, вы все равно получите результат, вы увеличите грудь. Ну и почему эта операция, наверное, стала такой популярной? Первая, ну, она востребована, действительно, проблема после родов у кого-то. И после полового созревания не вырастает грудь, для кого-то это большая проблема. У кого-то она имеет там особенности, аномалию развития и придает комплексы и тому подобное. Но и я думаю, почему еще она имеет популярность, это хороший быстрый результат, очень эффектная операция. Уже на операционном столе вы можете получить красивую фотографию, красивую картинку, которая пациентам нравится. Если говорить про подход и философию к выбору груди.